То есть санге бувазят бершта махсат, сам же важан трешен. Все, пошли сейчас ее. Хамас рвочич. А, адам бля отношения, она какие-то сыркалады, мы молили какие-то сыркалады, мы давайте. Ой, бля отношения, будем мана шахси хайотам где-то сыркалады, мы хотели это сыркалады. Бля, чтики, что действительно, род кобо, чуть я папа это род, а родовой канал финансы где-то сыркалады. Поэтому тоже влияет отношения, узнаны тасырба. Род бұлан болы болген хама нәрселе финансы кетасы болады. Родовой, космический номерлеріңіз бар, бұдырларымыз бұсы оқи тұрады. Поэтому отец это тоже бар. То есть бұян в какой-то степени узнаны масы бар. Тасыр болады. Оны емшілейді. Да. Тасыр қынасы үшін мақылшы. Демек, отты оны бұмасы үшін беріп тұрш керек? Не. Үзіліш бар. Бұл емес, ата ана білен бөген бұны сөбет. Ата ана мұны ұшып қалды. Бұлге тәсір қылады ма дұбар? Ұшып қалды. Да, ұшан етім. Отношения с отцом, мұна сабатын, ортамыз деген. Ұшып қалды, сіз бұлге тәсір қылады. Өзі қылады. Кәрінчісті. И құдышына қайыз бұны. Как энергетика женщины влияет на поток мужчин? Айолы энергетика спанчелит. Да, бай, идти гуляем, а за мужчиной где-то сопровождать байтарта. Действительно, а за шунчарик энергия лейкиам за те, жутта хам айрам за где-то сопровождала лейкиам, он энергетика сики. То есть, во бзана основа мы зигем, без шуна канги, нока значимые энергии лабирал лейкиам, с финансовые поля на активлаштышки. На макрышки, да? А я поняла дебусе, получается, шан шкирик, юнатер шкирик. Ну, это мы знаем, да, активировать. То шкири у меня, да, давать энергию, на помогать, юнатер шкирик. Узы керуэт, именно что на маханака и узы, конечно, еще добавилось. Это тоже проработка своих программ.